Кому-то в одиночестве печаль, а может быть, кому-то есть спасение. Морозный воздух колет по щекам, и музыка в ушах для настроения. Природа, солнце и кусочек тишины, и воздух, что пропитан вдохновением, что может лучше быть, чем то, что есть сейчас. А как хотелось бы продлить сие мгновение. И наплевать, что за спиною говорят, с советами суются, как с пророчеством. Как жить, лишь нам подвластно выбирать, пусть даже если это одиночество. А может, в этом просто часть меня? Богатство может быть воображение. Когда читаю вам порой, что написал, частичку жизни отдаю в том отражении.